Мы продолжаем играть в трансформеры Forget to Fight, созданные для сражений. У нас есть новая серия, мы будем продолжать проходить обычные главы. Вот у меня тут кристальчики есть. Ежедневные. Это очень хорошо, я люблю ежедневные кристальчики. Мы попытаемся сегодня заработать 100 энергона, чтобы купить мне премиум кристалл, на который мы, надеюсь, выбьем какого-нибудь сильного бота нового. Так, это, я так понимаю, кристалл с рудой. Ну, красный. Да. Это хорошо, это очень хорошо. Я рад. Окей. Так, у меня еще кристалл. Чё? Какой бот мне тут вылетит? Так, для остановки. Да! Тоже неплохо, совсем даже неплохо, когда бладжник второй звезды улетает в таком кристалле. Это у нас кто? То есть ковка. Выйти, собираю больше ботов и щити. Очень интересно. Ты у нас сильный, да, я так понял? Давай мы тебя улучшим, что ли. Мы тебя ж можем улучшить, а бладжин? Или у меня... А, у меня руды ноль. Ё-мазай, так бы сразу сказали. О, какого нам сильного чувака сегодня судьба пригнала. Так, ладно, в бой. Сюжетные. Так, а вот тут вот у нас вопрос, да, походу, или не вопрос? Окей. Ставлю сайт свайпа и в бой. Давай быстро грузи. Если будешь грузить быстро, это обрадует всех нас. Давай вот прям в 5 секунд грузи. Ну, Бамблби третьей звезды, это бы тоже было круто вот просто. Но он не вылетел. Зато вылетел Бладжин второй. Но это тоже неплохо. А то у меня все первые. Этого извоителя, что ли, красный такой, только у него изображены мечи, или может быть тут отпечаток такой. Ладно, это не важно. На. Чё? Ой, ой, блин, игра, не смей, не смей, не смей так себя вести, игра, не смей, дай мне туда. Отлично. Блин, ты чё, хренел? На тебе нахрен. А, отличненько. Просто супер. Побежали. А этот там гримлок? У меня плохие новости. Король Туплок каким-то образом заполучил устройство, изменяющее его силу. Так точно, моя говорит тебе, моя не промах, моя медь мод, ты пушечный мясо, со слабый бот.
бах, твоя капут. Командир, отвлеките его в бою, попробуй раздобыть технологию Тумон для анализа. Это может однажды пригодиться. Ну чё, Гримок? Тебя будет мочить сегодня у нас Оптимус Прайм. О, вот тут вот воитель нормально поставили. Так, воитель над разведчиками. Значит, преимущество имеет у нас. Значит, Бладжин будет у нас мочить разведчиков направо и налево. Но неплохо. Очень интересная игра, вот просто жопа просто. Тут все смешано, вот просто все смешано. Я бы офигел, если бы такая сюжетная линия была бы в каком-нибудь из новых фильмов Трансформеров. Ну, например, в Трансформерах там седьмых или шестых. Ну чё? Иди ко мне. Вау, вот это было интересно. Мне пофиг. На-ка. Отлично, четвертый уровень. Мой энергончик. Руду он получил я. Это кристалл бота. Откройте его на экране кристалл, чтобы добавить нового бота в свою коллекцию. Отличненько. Мне что, еще какой-нибудь бота нового предлагает, что ли? Очень интересно. Ну чё, это за кристалл? О, как интересно-то. А у вас тут чё, все на единичке стоят? Ну ладно. Опа, здорово. Неплохо. Ну, ты слабоват. Слабоват ты, братишка. Чё мне тут насчет ботов? Новый. Так, ты... Ты бомбить будешь. Мне надо новую команду сделать. В бой сюжетная. Так. Хороший и плохой коп. Так. Значит. Так, очень трудный выбор. Ставить свайп, ты вылетаешь у нас. Как мне тебя вынуть отсюда? О, сюда зайдем. Я тебя поменяю на Бладжина. Оптимус пусть остается. Что насчет Гриндера? Ну, Гриндер пока не устраивает, но мне интересно.
были бы твои там характеристики. Ну ладно. Гриндер там гриндер. Начать. Просто мне гриндер больше нравится, чем Ранхай, честно, тем более он мне тут посильнее. Опасность нашей миссии стремительно возрастает. Телетрон проанализировал наших злобных противников и подтвердил мои худшие опасения. За всем этим обрушился на нас безумие, вероятнее всего стоят продвинутые инопланетные технологии и темный энергон. Падай 217. Стоять ты, дамский угодник 217. Он хотел сказать. Я спросил, ты дамский угодник 217? Как я и сказал, нас накрыло безумие. Командир, погнали. Так, вот это вот интересненько. Я люблю лучшие награды. Ну чё, погнал, в общем. Замочи его в тряпочку. Просто зашкалю. Чем дальше, тем интереснее просто. Ну чё? Ты напоминаешь Гальватрон, ты знал об этом? Колесо случайно не Гальватрон, а то я тебя не помню вообще. Морты придурок, знаете же тебе. Ты больно возвычинился. Вау. На еще. Вали вкусняшку. Отличненько просто. Радует. Мне сегодня награда. Так, мини-мини. И тут Айронхайд. Но что я требую доказать? Что ж, ладно. Ладжина нашего оставим на закусочку. Пусть гриндер будет мочить Айронхайда, как говорится. Пусть одна реальность столкнется с другой. Точнее, пусть одна реальность со своей будет бороться. Интересно еще, на какой карте у них тут сейчас бой будет. Тут до хрена всяких интересных карт.
нажмите. А, ну так и думал, пустыня, да? Слышь ты, не отомстить за прошлый раз больше, да никуда ты идти и будет. Чё думаешь, у тебя всё выйдет, да? Слышь ты. Бойненький у нас сегодня. Ну да, как так вышел, что ты промахнулся? О! Гриндер у ворот. Мочи его. Гриндер еще. Гриндер, самое главное, не сдавайся. Блин, больно ты много атакуешь, что ты кажется? Блин, охренел вообще. Он сегодня не покалечил моего гриндера. Больно много выеживался он сегодня. Так, ну чё, побежал. Вот же. Мы смогли считать информацию по тому встретившемуся тебе боту. Нам скиллгодник 2.9.7 десептикон, которому не помешало бы подкрутить развинтившиеся болты. Телетрон сообщает, что он из параллельной реальности. И прикиньте, его альтформа машины копа. Это полицейская машина. Я не знаю, кто вы, но я засек автоботов. И позвольте мне поставить вас в известность, что моя цель остановить функционирование автоботов навсегда. Подойдите ближе, если осмелитесь. Разумеется, я люблю награды. Я чё, похож на труса, что ли? И тут у нас, конечно же, будет Оптимус. Крушители. Эти боты — эксперты по части взрывов, чьи спецатаки приводят к крупным уничтожающим взрывам. Валил подальше от Оптимуса. Блин, что они такие убойные-то все? Ё-мазай. Давай тоже будем убойным. Даже передых не давать. Вот так-то. Охренеть, Оптимус-то он побил, конечно. Ох, как он его побил. Ничего, не за своей наградкой. Мы здесь, пришло время поиграть в хорошего плохого копа. Позвольте предупредить, еще один шаг вперед, и будем играть плохого и мертвого копа. И здесь только один плохой коп. А вот и Бладж. Бладж, накажи-ка нашего баррикейда. Слышь меня, пацан брутальный. Накажи баррикейда, понял? Заставь его стонать. Десептикон против десептикона. Вот безумие. Ну зато это веселая карта. Да тут все с друг дружкой дерутся. Даже автоботы. Полное безумие. Как я и называл свою прошлую серию.
зря я все-таки Bludgeon поставил. Сейчас будет мясо, короче, сейчас такой замес будет. Наверное, на равных. Ну чё? Сюда. Прикольный звуки. Да ты стрельнул. Хотя не на равных, Bludgeon. Bludgeon явно сильнее. Отлично, просто еще один кристалл мне дарит. Ну, вы ж мне кристалл как бы подарили. Интересно, а где мой кристалл обещанный? Вы же мне показали кристалл, который я заслуженно выиграл. Где мой кристалл-то? Вот мой кристалл. Сейчас выбьем кого-нибудь стоящего. Надеюсь. Ничего. Опять. Тут одна звезда только укроется. Да, вот он что. Здорово, Прайм. Коллекция теперь сидеть будет. Че у нас тут? Я что-то вот тут вот не особо врубился. Так, 85. Ну, гол еще сыграем. Вам не пройти этот путь. Винблейд. Мы во многих боях сражались плечом к плечу, как друзья, что движет тобой. Это правда, я узнаю тебя, Прайм, но на этой невыносимой планете я вынужден служить новому хозяину, тому, кто открыл для меня путь к Металликату. Придурки! Заканчивайте свою болтанью. Винблейд, покажи им путь клинка. Я угораю просто. Bludgeon, она тебе будет показывать путь клинка-то? Давай тебе покажет. Прикольно. Bludgeon выпендрился, типа, чтобы она Оптимусу наваляла, а она сейчас будет валять Bludgeon. Смешно. Очень смешно. Прям до ужаса. Ты Bludgeon,
первым начать. О, как хорошо. Да. Эй, не дай мне замес свой. Отлично, пусть подойдет тебе. Дурак, что ли? Надо будет тебе говорить. Винблейд, покажи мне свой путь клинка. Чё, я чё-то не понял. Принял, что ли? Вот и всё. У тебя путь клинка круче оказывается. Так. Выбор легкий, пути ли сложный? Мне против тебя кто выстоит? Против тебя у меня, я даже знаю, кто выстоит. Блин, зря я сюда пошел. Ладно. Ладно, ты будешь первым, понял? Красиво. Спецатаки, вы получаете силу, когда наносите или принимаете удары. Копите силу для активации спецатак. Долгие загрузки, это просто жопа. О! Всё. Я тебе сейчас такой путь клинка забабахну. Пока мы его гасим, заметьте. Да блин, замеску. Замеску свою. Блин. Блин. Вот блок. Это твой блок, что ли? Это блок делаешь. Руби металл, Бладж. Давай еще. Вот ты. Дурачок, что ли? Ворот делай. Делай ворот. Ладно, не верю, что тебе получится его загасить. Такой нарав. Попробовать у нас вообще нормально. Согласен, здесь как мы круто перемещаемся по карте. Это просто зачет нам, зачет разработчика. И давай, отлично. Офигеть, Бладжин победил. Боты техники генерируют щиты, управляют силой и создают самое передовое кастомное оружие. Впрочем, он меньше всего, вот, Мираж делал у воротов от мечей. И это вот нас даже и спасало иногда. Еще спасало то, что он
долго тупил. Некоторые там атакуют, просто не остановишь. А вот он тупил. Может быть, из-за того, что он вот техник. Точнее, мы ему вообще не давали прорваться на атаку. Мы его били, забили, он даже щиты не успевал ставить. Так, ну чё? О, как хорошо-то. Начинаем ракетой, прилетел. Блин, Гриндер, я тебе говорил, в варсе ракеты. Не тупи. Да так, тоже можно. Давай. Еще. Какая уже? Че нам тебя-то выпендривает? А у вас ракеты. Да ёшь, Гриндер. Да подойди ты к нему. О, все. Незнакомцы, друзья, враги, они все невменяемы. Винвейд, Гримлок, Бамблби, нужно обладать глубоким познанием физиологии и механики кибертронцев, чтобы обратить на темную сторону такие искры. Телетрон подтверждает исследование, указывает на некую технологию кибертарианского происхождения. Рэтчет. Ладно, Хорес меня сегодня наград. Ладжин. Давай-ка еще раз по рекейту погуляешь, а, братишка. Самая долгая серия, но мы ее сейчас уже вскоре завершим. Бежали. Ни шагу больше. Первый бой был лишь предупреждением. Это станет финальным. Инбойт, отбой. Ты не более чем ученица. Позволь мастеру продемонстрировать им силу единого, единственного истинного пути. Септикон, мы уважаем твою приверженность твоему искусству, но это часть тьмы. Командир, покажите ему свет, чтобы мы смогли найти ответы, которые ищем. Ну чё, свет тебе показать? На тебя Оптимус Прайм сейчас мочи. Ой, стой, какой Оптимус? Надо было Гриндера поставить. Да ё-мазай!
Ё-мазай. Ладно, пофиг, Оптимус. На равных поборешься. Блин, я и не заметил там прострелку Гриндера, ё-мазай. Обидно. Бои так быстро идут, а загрузки такие долгие. Об этом можно сочинять песню. Начинаем шоу. Вот тут вот. Вот ловите индикатор, друзья, ставьте скриншот. Вы сейчас познаете самую наилучшую графику в этой игре. Самая наилучшая графика вот сейчас вот у меня тут светится. И на ваших экранах. Оптимус немножко залагал и ничего не писал. Ну чё? Оптимус, ты чё встал-то, братиш? Я же тебе говорю, мочить его. Ну-ка, еще давай. Отлично. Шестой уровень. Вау. Три кристалла аж. Походу, у нас сегодня будет открытие кристаллов. Начинается открытие кристаллов у нас. Самые лучшие бойцы у нас пойдут на следующие бои. Тут у нас вылетает, крутится барабан. Чё? О, конечно, полетели. Что у нас еще вылетает? И теперь премиум кристалл. Премиум бота покупаем. Премиум кристалл, премиум бота один. Единственный такой во всем свете. Надеюсь, нам сейчас что-нибудь нормальное выпадет. Барабан крутится. Жмем остановку, и нам выпадает.
Нет! Ты серьезно, что ли? Там столько нормальных звезд было, а мне такой облом выпал. О боже. Ну ладно, ничего, потом еще накопим. Это неплохо. Отличное время. С этими новыми сканерами зданий мы обнаружили других брошенных людей на этой планете, с которыми мы можем ковать наш альянс. Полагаю, мы зарабатываем очки лояльности для открытия ценных кристаллов альянса. Проси все с вами. Выберите мне что-то. Ну так я... Ну давай. Нет. Сипсикона не при нахуй. Да ладно, пофиг. Ну чё? Я вступил. И где моя награда? Где моя награда-то? О, так-то. Все. Сейчас я себе верну утрату, надеюсь. Попытаюсь. Давай четверочку, пожалуйста, прошу тебя, Руби. Говно, 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 говно. Давай, нет. Ну, нет, нет. Серьезно. Чё, у меня тут все время говно видит. Я, кстати, не нажимал. Неплохо, но это у нас будет давать следующая серия. А пока давайте прокачаем гриндера вот темненького. Стоп, а мы тебе можем сделать ковку, братишка? Тогда кто еще у нас будет? У нас снова есть теперь еще бот, называется он Ринокс. Сейчас.
чё-то. Получше стало. Так, тебя надо улучшить обязательно. Вот так. Неплохо. Ну, давайте мне дадим еще. Авикаму. Так, изменяет ряд. Значит, у меня будет Ринокс. У меня будет Гриндер. Второй звезды, разумеется. И вот все, принять. Теперь все супер просто. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Тутенпаут, всем до скорых встреч, всем пока, не забывайте ставить лайки.